Сегодня я покажу один интересный способ, которым пользовались древние китайцы для сохранения молодости и здоровья. Итак, древние знахари для того, чтобы сохранить молодость, использовали массаж щитовидной железы. Я покажу, где она находится. Значит, смотрите, показываю на себе. Значит, здесь у нас щитовидный хрящ, да, здесь у нас яремная вырезка, да, то есть такая ямочка. Щитовидная железа находится между ними, то есть вот в этой части. Для того, чтобы произвести массаж, обычно мы пользуемся кремом, да, чтобы не повредить кожу. Наносим на область щитовидной железы и на область шеи. И очень мягко, смотрите, вот таким образом массируем эту зону. Да, для чего? Для того, чтобы улучшить кровообращение щитовидной железы, улучшить ее функции, чтобы она начала хорошо работать и выбрасывала в кровь нужные нам гормоны, которые оказывают очень сильное омолаживающее действие на весь организм. Вот таким образом, очень мягко и осторожно. Обратите внимание, чтобы не было длинных ногтей, чтобы вы не повредили кожу. Итак, какие же эффекты мы ожидаем от данной процедуры? Ну, во-первых, это улучшает кровообращение лица, убирает лишнюю вот эти вот отечность щек. Так, и дальше способствует снижению веса, нормализует деятельность сердечно-сосудистой системы и так далее. Проводить его нужно ежедневно по утрам.